очередь. Sound resumed. Итак, все, мы должны быть уже в эфире. Всем доброго времени суток, добрый вечер, если очередь быть точным по Москве. Сегодня у нас пятая пара, второй раунд плей-оффа сетки виннеров. Встречаются команды Rage Team и HFG. У микрофона все так же Бланка и Биард. Всем привет. Всем привет, ребят. Так, ну, мы сразу из огня да в пламя к игре, практически без разогрева, так сказать, там музычка буквально 2 минуты поиграла. У нас начались пикабаны, и Войт и Дазл уже у нас не будут в этой игре 100%. Ушли они в бан. Дефолтный бан, в принципе, причем против ХФГ достаточно хороший бан, на самом деле. Да, и они очень активно использовали ядровку и Вайда, и в комбинации этих двух героев, поэтому их убрать неплохо. Блин, ну я не знаю даже. Просто так ненавижу Rage Team, ну ладно. Так. Также кикнули Словака у нас, как я смотрю. Да теперь... нет, это, может быть был Рофл, я не знаю, но другой у нас игрок играет. Возможно, это и Словак, просто он их сменил, но... Если бы это был Словак, он, наверное, что-то написал бы. Ну, ладно. На самом деле, да, мне тоже так кажется. Ладно, это уже разговоры для послематчевой аналитики, поэтому... Да. Сейчас конкретно к пикам. Ушел в бан Оракл. Под сейвы забанили ХФГ. Хотят ограничить Rage Team в подсейвах, но... Я думаю, ушел в бан и Оракл, и Дазл. Сейчас стоит вот. Как раз я хотел сказать о том, что надо забирать Shadow Демона. И он зашел на first pick. Вообще, как бы, очень неплохой подсейвер, так же, как и damage dealer во всех смыслах этого слова, поскольку демоник пурдж, пусть какой-то герой, который наносит достаточное количество урона, и минус герой любой абсолютно. Это достаточно хороший герой. Ну и универсальный. Плюс, да, плюс еще к тому, что нету ни... Вот, помник появился. Ни Дазла, ни Оракла не было, и какой-то надо было подсейв забирать, и, по сути, оставался один лишь Shadow Demon и Винга. Но Винга это такой себе подсейв, вот Shadow Demon уже повеселее. Ну опа, и от ХФГ зашел... Омник и Сент Кинг. На самом деле, интересно. Хороший герой, так как Омник это на первых левлах Purification и Сент Кинг со своим Borrow Strike. Ну, типа, Сент Кинг дает Borrow Strike и под хил. Это много дэмэджа. Да, реально много дэмэджа. Проблема Омника, в принципе, именно поэтому он крайне непопулярен, в том, что ему очень сложно набирать, но если он не набирает, то он бесполезен. То есть, да. Это проблема, и зависит очень многое от игрока, который будет исполнять на этом герое, потому что действительно нужно на нем набирать артефакты, нужно на нем набирать левел, но и то, и другое делать. Да, левел, да. И то, и другое делать на нем достаточно сложно, а без этого он. Нетурный инвокер от Ангел Мегумин. Да, в прошлом раунде великолепно он себя показал на этом герое. Посмотрим. Посмотрим. Кунка также бан уходит, так как мы помним одну из игр Rage Team, они играли Кункой. На бесполезном Кунке, я напомню, который ничего по карте не делал. Да, тогда была Кунка, они выиграли, был Кунка, они выиграли тот матч, но действительно и сам пик Кунки и его исполнение оставляло желать лучшего, поэтому... Он, по сути, там был только для бафа и для креста, поэтому... Да, согласен. Забанен в Race King, подобника неплохо, действительно. Король мертвых, было бы очень противно, если в тебя с блинка влетает что-то в репл и просто разносит это, конечно. Да, и плюс, когда убирает, он еще дает дебаф вот этот вот, который да. Замедло, это жесть. Но реально герой достаточно неудобный. Да, подобником в Race King очень долго живет, поэтому это как Хускар под Оракулом примерно то же самое. Также я, конечно, не хочу забывать про связку Акс-Омник. Эта связка вообще вечная. Типа, она всегда... Она не контрится. Она всегда работает. Да, это что? Просто посылаешь Акса с Омником и не паришься. Но я думаю, что Сент Кинг будет на харде, и навряд ли мы здесь увидим Акса. Есть только это не Кириакс, но... В любом случае, почему? Даже... Смотри, Сент Кинг может уйти в лес, тоже, как варик. Ну, сейчас немножко
не тот, наверное, герой Сен-Кинг именно для того, чтобы идти в лес. Он достаточно силен на хард-линии, и против Да, это тоже верно. милишников или против слабых суппортов он чувствует себя очень хорошо, поэтому Акс все-таки, ну, откровенно говоря, послабее смотрится Это да, по это сравнению с верно. Сен-Кингом. Так. Также уходит бан Терыч, Террорблейд. Да, Ну, Террорблейд забанили, да, это чтобы, вообще адекватно. наверное, предотвратить вот этот вот пуш с миллионом иллюзий, Да. но осталась пуля Луна и И Мирана. да, и Мирана. Сигнатурный герой Реалайза. Да, Реалайз Мирана. великолепно на нем исполнял. Но Реалайз играет за ХФГ. Может быть, он и себе ее и хочет забрать. Поэтому он ее оставил в пуле. Посмотрим, не украдут ли. Мирана вообще под Shadow Демона очень хороша, но Shadow Демон Мирана как пара суппортов, наверное, все-таки проиграет Леону и Омнику, как мне кажется. Да, мне тоже так Все-таки, кажется. даже если они будут нападать, под сейва у Леона и Омника на двоих хватит. Ну, мало сказано, это легко сказано, на самом деле, там под сейва. На самом деле много. Угу. Ну, Shadow Демон, инвокер, тут что-то, знаешь, что-то бафающее за эти. Что-то либо Смотрится Винга Луна какая-нибудь. какая-то. Винга, возможно, но я думаю, что тут будет, может быть, Керри Луна, в принципе, под Шадоу Демона неплоха. Но вот Керри Луна против Сен-Кинга и Омника, то есть, наверное, все-таки такое себе. И есть еще вероятность того, что здесь инвокер может заехать квасфаксовый. Весьма вероятно то, что он будет квасфаксовый, потому что Омни Найт, Сен-Кинг Леон, это, ну, идеально. Для инвокера это просто корп. Он просто дает орда до ЕМП и колдснайп, и убивает здесь любого, пока три героя, и они для него просто корм. Да, не могу ни с чем поспорить из того, что ты сказал, действительно. Ну и в целом, квасвекс, нельзя забывать, что торнадо это великолепный диспел и работает на ульту Омника. Гвардиан Энджел, да, великолепно тут, работает. Это будет шикарно. Я уверен, что он, безусловно, будет качать, даже если он пойдет в квасэкзорт, он будет качать на ранних лолах в иксы, но все-таки я думаю, квасвекс здесь будет эффективнее. Потому что дать в замесе километровое торнадо и просто снять с ульту, Феникс. Это круто. Да, действительно, заходит Феникс. Пока что, если он пойдет на хард, то у него будут крупные проблемы. Леон его отпускать не будет. А если сейчас забрать какого-то героя а-ля Джиггернаут Клинкс, у которого будет небольшой бёрст, Феникс с харды просто не будут выпускать. А в лес он уйти, это не тот герой, который может без проблем фармить лес. Да, я с тобой полностью согласен, так как Джиггернаут еще может собрать диффузы. А это весьма неплохая штука. Да, а Джиггернаут здесь, да, идеальный корп, по сути. Если действительно, если Феникс пойдет на харду, то и Клинкс, и Джиггернаут смотрятся великолепно. Они под стан Леона будут просто этого Феникса да. разбирать. И тот, и другой. Да. В принципе, другого. Ну, вот Сларк. Сларк тоже, в принципе, неплох, но на ранних Сларк лулах сложнее будет. Он, ему да, очень сложно будет против сможет. Феникса. Хотя замакшенный хил Омника, Сларк все-таки милишник, и второй, третий стан Хекс от Леона, но это уже такие левела, когда Феникс, наверное, не будет стоять на своей линии. Мне тоже так кажется. И еще есть такая фишка, то что если Карус дайв, то есть Феникс может уйти. Да, да, в теории. Феникс, типа, харда должна быть фри, на самом деле. Ну, Омник милишник. Леон зонить в соло Феникса ему сложновато да будет, не так скажи. Как он будет сам. Ну, даже если Леон с Фениксом, если они пойдут пвпшиться, в любом случае Феникс будет в проигрыше. Потому что если Феникс будет стоять под крипами, Леон даст пару станов, да, прыгнет, крипами, захилится. Да. То есть, если Феникс будет стоять под своим тавром и там точковаться с Леоном, то это в любом случае Леон как бы выполнит свою задачу, вне зависимости от того, там, какой он сам будет левел. То есть, в принципе, для Феникса сейчас вот именно вот за счет вот этой пары суппортов Леон Омник смотрится харда. Феникс будет этим саппортом, да, Нюкс, скорее всего, пойдет в хард. Я так понимаю, именно так это будет. Вот Нюксу уже, мне кажется, будет полегче. Под своим тавером он будет получать экспу и в любой момент может взять талон и идти в лес. Не проблема. Кстати, да, Нюкса. Вот у Нюксу это вообще никакой проблемы не составляет. Он покупает щиток бомжа, Пурманшилд, и идет в лес спокойно, все фармит. Да, действительно. Какой проблемы ему не составляет. Ластпики у нас остаются и ластбаны. У ХФГ, я так понимаю, нету мидера. Хотя может Сен-Кинг отправиться в мид, но против Уокера... Не знаю, о, плохая идея. Да, по-моему, не очень хорошая мысль. Ластиллер ушел в бан. Да, кстати, Ластиллер мог здесь заходить. В принципе.
Да, еще Сейчас. плюс это же сигнатурка Аризоны еще, да, Я вроде сейчас как? подумал. Не, Ластиллер это сигнатурка Мичи. Ну, он же А, был в Аризона, да, Миссисипи, да. точно. Он у нас Аризона. Это один и тот же человек, действительно. Я Осталось просто 5 секунд. подумал, я перепутал его с Ангелом, с А. Миллером. Сейчас я удивлюсь, Дополнительное если ХФГ осталось просто на 5 ласпик секунд. заберут какого-нибудь Тякса и отправят Мита или Сент'Эвгеля Очень или Сларка. сложно мы выбирать Тут будет героев. интересно посмотреть на Кларку Лисы. тоже будет очень сложно с инвокером, Не, но я это не не спорю, будет тоже не ради сложно, сложно. но не знаю. Это очень Вообще, терпимая будет линия. что сейчас на ласпик у ХФГ может зайти в мид? Почему? А Тинкер? Ну, Тинкер, конечно, не к самому Осталось контрится 10 секунд. идеально. Да, Тинкер это сейчас инвокер. Если у Осталось ребят 5 кто-нибудь умеет, секунд. его можно легко отправлять в саппорт и Ну, куда-нибудь, я не Джаггернаут, знаю. собственно, не удивлен, то, что Рейдж Тим пикнули Очень его. сильно Ну, это идеальный пик, выбирать на героев. самом деле, против ХФГ. Да, он здесь своим Блэйд Фьюри выйдет очень много, и с ульты забирает двух-трех суппортов. Да. И против Сларка это едва ли не один, ну не единственный, но один из немногих героев, Осталось 10 который может секунд. теоретически воевать один на один, не проигрывая Сларку. Осталось 5 секунд. Да, если вовремя все успеет прожать, то да. Миран, Мирана на собственно, ласпик, ну, да. о ком мы и говорили, для Реалайза этот герой великолепно на нем исполняет. Собственно, мы о На нем самом деле, и игра думали. должна быть интересной, так как, ну, тут пики весьма такие достаточно интересные пики. Я бы не сказал, что это что-то не то, хотя вот малинки, что. А, ну да, это типа Феникс саппорт. Когда Демон саппорт. Да, у нас действительно Джоу забирает Нюкса, значит он пойдет на хард. И Сенкинг будет хардовый, как мы и предполагали. Мирана пойдет Мита и Сларк Керри. Ребята разбирают своих героев. Осталось 10 секунд. Мирана, в принципе, тут, конечно, Мирана без дровки, но против Осталось 5 секунд. инвокера, по данной мете, это один из немногих героев, который может стоять с ним один на один, не Да, проигрывая. более-менее. Да, то есть у остальных героев обычно с этим возникают проблемы какие-то. Особенно если инвокер грамотный, а ангел, мы видели по прошлым играм, очень неплохо на этом герое, поэтому здесь. Так, у нас стоит пауза. Вроде как сервер Стокгольм, не должно быть сейчас никаких проблем, ребят. Ну да, я Стокгольм поставил, поскольку на люксе очень такие неполадки были жесткие, Ну потому вот что я сейчас смотрю, у меня, например, пинг 25. то же самое. На Люксембурге было от 40 до 50, и ребята жаловались о том, что были лаги. Но сегодня нету никаких игроков, у которых провайдер не хочет коннектиться к Стокгольму, поэтому именно его мы и поставили. Так дело в том, что типа инвокер не расконнектился, или как сказать там, не законнект, как там? It's not reconnected from this game. Как это? Он, короче, в игре, но не в игре. Откровенно говоря, я, наверное, буду болеть за Hydro Fire Gaming. Во-первых, потому что ребята достаточно давно мы их комментируем. Это раз. Во-вторых, это просто, наверное, неприязнь к Rage Team. Не знаю, мне они не нравятся. По характеру, наверное. Я буду сохранять нейтральную позицию. А, мне все равно. Нам Я буду удача, болеть. нам удача не нужна. Правильно, ГЛ. Ну, ребята уверены в себе. На самом деле, интересное противостояние. По-моему, если я ничего не путаю, в каком-то из сезонов Террор Лиги встречались ребята в финале, и они друг друга прекрасно знают, поэтому. А, мьють этих дебиков, please, thank you. Ребята переписываются. Но они очень хорошо друг друга Ага. знают. Они уже встречались и в каком-то даже из финалов, как я уже сказал. Поэтому на самом деле противостояние должно быть крайне интересное. И парни, я уверен, что знают. Запускайте, я анпаузите, ребят. Ну, там, очевидно, еще не все подключилось. Так, все. Мичи пишет, что они ready. ХФГ. Ну, мы сегодня начнем играть. Да, все, гоу, поехали. Анпауза. Итак, начнем.
представление команд. Я начну с Rage Team. А, инвокер пошел Cross Exhort. Мичиган на Джиггернауте будет. Купил он Пурманшилд и Танго, и они направляются в хард, или они все команды не, будут. Не, они, наверное, будут сейчас смаковаться, это или нет смоков? Вот. Смоков, я смотрю, нету, и действительно Нюкс идет на топ. Да. Значит, они собираются триплы в хард идти. Ну, ладно, сейчас это все мы увидим. Итак, Мичиган у нас будет исполнять на Джиггернауте. Малинки, он же Кьота, будет исполнять на Фениксе. На инвокере у нас Ангел. Первый, второй, или, если я не ошибаюсь, его настоящий ник Лаки. Будет исполнять у нас на Shadow Demon, Ангел на инвокере, я пропустил, сказал или нет. И Джоу будет на Nux Assassin. Это команда Rage Team. Команда Hydro Fire Gaming. Тларк. Достаточно сложный никнейм у него. Hydro PVN. Короче, MRX. Буду его называть так. Сларк MRX будет. Да. А, нет, там идет драка. Там забирают у нас минус Леона, Смоки, да, First Blood, и здесь Сомник не должен куда ходить, я думаю. Нет, он уйдет. Почему? Нет, да, в принципе, 305 МС ему вполне хватило, чтобы отсюда просто смотаться. Но это для него был минус, так как он взял Рэппл на первом левле. Это, ну, не, это неприятно для Омника. Реалайз просто лучше уходит с этой руны, чтобы не приехать. На топе там, на топе забирают руну, и Реалайз у нас остался без руны. Да. Продолжим все-таки представление команд. Да. Омон играет на Омнике. На Леоне исполняет Смоуки. На Миране Реалайз. И команда ХФГ. Да, да. Паркус идут заменить никнейм. Хотя... Ладно, Слак будет у нас ты... MRX, окей, okay, он с помощью MRX, написал, это гораздо легче, потому что это, наверное, 3, что там означает, 3 это Е или как он там, ездит что-то такое? Даже если так, Хьё, я не знаю, как это читать. Может быть, это Хэппи какой-то, у нас там где-то курьер уехал, Малинки забрал с курьера, и Реалайз также улетает, Сенстрайк плюс Санрей на первом лу, на первом уровне, вкачанный, не оставляет шансов здесь Миране, и уже 2-0 в пользу Rage Team. Крайне агрессивно. Также раз там вардили вард, да. Неприятно. Очень неприятно, я бы сказал, для Мираны. Для инвокера начальный буст очень много чего решает. Так, да, Ник стоит тоже один против Сэндкинга, но не должно проблем быть ни у той, ни у другого. Да, здесь, в принципе, до определенных углов они стоят на равных, но в целом... Да и в целом по игре они тоже, в принципе, на равных. Но сейчас вот у них такой PvP небольшой, и даже точно не скажешь, кто из них выиграл. То, что одного достаточно сильная пассивка, а другой, в принципе, достаточно статовый, там 4 плюс 1, плюс еще щиток и да, еще там регена дофига, да, у него. Сколько у него регена? Ну, 11.3 под танго, не знаю, наверное, где-то около 4 родного. Вот. Сейчас посмотрим. Да, если 4-1, вот я был. На самом деле приятно будет фармить именно Сэндкингу, а Сэндкингу тоже ранее преимущество давать, это тоже такое, на самом деле. Поскольку он получает ранний блинк, и начинается вот это по всей карте пикотня. Да, ну, я думаю, вот эта вот топ-линия, она там, в принципе, будет наравне и у тех, и у других. У нас здесь самое интересное будет внизу, потому что здесь трипла на триплу стоит. И да. Трипла во главе с Джиггернаутом и Фениксом, с Санреем, у которого чистый урон, как бы, смотрится гораздо веселее, чем Омник со Сларком. Потому что Омник все-таки милишник, а там два оранжевика суппорты, и Леон против них так себе воюет. Сларку будет очень сложно, да, мне кажется. Да, тут Сларку... Ну, свапаться на топ один на один против Нюкса тоже ему так себе. А идти триплой в харду, так Rage Team сами туда уйдут, и там будет еще сложнее. То есть тут вся игра будет просто выглядеть... Вся игра будет из свапов линиями от обеих команд. А также, ребят, там говорят, что не один Джагаш. Там что-то про инвокера, в общем, твердят, там, типа, магия. На самом деле инвокер, помимо магии, имеет Sunstrike. И Джаггернаут просто рассыпется. Ой, не Джаггернаут, а Сларк рассыпется. Ну вот Леон приехал, тут у нас да. Shadow Demon забрал от хил. Так, продолжу свою историю. Там, в общем, Сларк рассыпается просто от Санстрайка, по сути. Поржи ему колупают. Да, как бы инвокер это не герой чистой магии. Там есть форжи, там есть колд снэп и там есть алакрити. То есть эти три спыла, они дают столько физического дэмэджа этому герою, что поэтому он считается, в принципе, одним из сильнейших мидеров уже второй или третий патч подряд. Потому что у него есть комбинация из сильнейшего магического прокаста, ну не одна, также не сильнейшего, но просто сильного. И также, да, прокаст, также да. Великолепно он и с руки бьет ближе к лейту. У него также и чистый урон. У него все есть. Хотя этот герой был
и давным-давно очень сильно, типа, ничего в нем не изменилось по факту. Наоборот, сейчас, по моему мнению, моменты, он стал слабее намного. Проблемы. Заманил, но здесь должен он приедет, уже совить. Нет. Должен, да. Леон все-таки забрал его Малинкина. Мне подсказывают, что это Хей Паунс на Сларке. Ребят, я, конечно, ничего не имею против, но если вот это вот ник это Хей Паунс, то у меня тогда ник не Бланка, а я не знаю, Ленин. Потому что, как бы. Хей. Ну окей, Хей. Ну, ладно. Паванс, наверное, вот это вот и есть. Паванс это Паунс? Типа, Паунс. Наверное, да. Но все равно не так. Я что-то не понимаю в этой игре. Ладно, окей. Тут у нас крайне интересная игра, потому что просто стоит трипла на триплу месяца. Так, также сейчас поймали смоки. Весело наблюдать. Ну тут, смотри, кто кого еще поймал. Они просто дерутся. Ребята все равно дерутся. Ну они, я не знаю, вот там очень плохо первому-второму. Ладно, разменялись. Здесь Мичи разменял. Забрал под тайвером. Саппорта размен. Нету мана у Сларка, Мичи. Маленький бодиблок. Мичи должен выживать. Санрей. И хорошо, очень качественно сыграл маленький. Киото ушел отсюда, и сейчас еще подстопит он Омника. Да, вот, принял он его. Так, Джаггер захилится и может убить Омника, кстати. Так, одни отходят, подходит Смоки. Тут вот, на Грине, я вот смотрю там в миду, там где-то там на топе, они там просто ребят стоят формят, а тут просто какой-то экшен происходит. Кулдаун вообще. Я просто камеру тут оставлю, в принципе, ну вот опять ли он сдох. 3-5 уже счет, боже, 5-я минута, 8 киллов. Найс, мне нравится. Мне нравится, да, хороший дот. Я рад за такой дот. Окей, Омник что-то понял. Омон что-то понял, но я смотрю на Омона, у него как бы сапог 700 голды. Боже, как же плохо этому Сларку. 10 крипов на 5-й минуте, это невероятно плохо. В то время как у Джаггернаута 26 на 10. Действительно. Топ крипстат у нас у Санкинга, как удивительно, как раз таки, он выигрывает линию у Нюкса, хотя, ну, в принципе, да, Нюкс проигрывает ему линию, если Санкинг набирает левел. То есть они друг другу ничего не делают, ну, там, но... Да, но там пассивка вторая-третья у Санкинга становится, уже ласхитит он гораздо лучше. Джаггернаут пошел по тавер. Очень плохо Нюксу, дает раскрутку. Да, и он этого самого Санкинга. Боже, как же плохо Сларку. Сарк, по сути, тут на XP просто стоит, потому что... Так, Кренвокер поймал стрелу. Ну, он статовый уже достаточно. Смокер решил погангать мид, и это всё для плохая него идея. Круто закончилось. Гангать инвокера. С 95 голды инвокер получил, просто как за пачку крипов. Действительно, классно. Хорошая дота, мне нравится. Тут просто саппорт настолько бесполезен, что... Ну, он там 305 голды на двоих получили, еще 110 получил Феникс за помощь. Окей. У Нюкса появился Виндетта, 7-й уровень уже, у Сенкинга тоже 7-й. Мы сейчас будем ждать сейчас блинка Сенкинга на самом деле. Это попытается спасти ситуацию, потому что на данный момент все очень-очень-очень плохо. Я просто смотрю на 34 крипа у Джаггернаута и как бы понимаю, что сейчас... Зачем ты рэпл? На Мичи повесили. Он, в принципе, я смотрю, не против на это. Я просто смотрю на это все. Я понимаю, что Сенкинг покупает себе даггер, влетает с даггера, Джаггернаут жмет Блэдфьюри и убивает Сенкинга. Да. Вот я на это все смотрю, это все круто смотрится. А это еще только минус инвокер. Это потому что. Это не в счет инвокер еще. Да, да, да. То есть это просто один герой, как бы вот только Мичи, если брать только его. А там есть еще как бы другие герои, там есть Феникс, в конце концов, там есть Shadow Demon, который просто может спрятать какого-нибудь героя на подсейвить. Так, поймали Джаггернаута. Ну, кто кого поймал. Да. Сларк приехал. Ну там его повесить. А, хотя нет, смотри, Рэппл спас. Да, Рэппл спас, и ПТ прилетел, ну, и вот Киота не добил. Нет, там захилили. Кстати, было неплохо. Да, просто на лоу хп три героя ушли, и ничего им не могут сделать, ребята. Ну вот там идет Леон в рэпле. Ну давай. Леон в рэпле, братан. Просто это уже смешно звучит. Ну, там, так, о, хорошо. Поймал. Достал. Достал, там инвокер Сларка убил. Забрали. А, ребята... А, ну ребята окей, разменяли Сларка на Shadow Demon. В принципе, я смотрю их нетворсы, и это... Весьма выгодно получилось, я так скажу. Это, в принципе, это равноценный размен, я считаю, тут... Тут у Феникса 165 голды... А, у Феникса один крип. У Сларка, ну, чуть-чуть больше, на 20, окей. Он как бы четвертый снизу. Боже, среди это тех, кто забирает крипов, Сларк самый вообще последний. Реалайз от него недалеко отошел, у него 24 крипа.
На самом деле тут ангел стоит великолепно, ну, кто бы сомневался. На самом деле, вот вообще, по нынешней мете, все мидеры по факту проигрывают мид этому герою. По факту, все, кроме Тинкера. Тинкер против инвокера стоит достаточно уверенно. Реалайс прилетел у нас вниз, что-то пытаться сделать. Есть у него стрела, есть 4-го левела Статшторм, и полетела у нас стрела, попал он в Шэдоу Демона, И должен забирать Леона, да. Шэдоу Демон еще живой, там Леон где-то сдох, Шэдоу Демон все еще жив, он все еще Он жив, он жив. спрятал эту Просто Мирану, и санстрайк. Реалайс приехал. Да, прекрасная игра Да, от первого, обидно. второго. До последнего тянул, не тратил дизрапшн и в последний момент дал его в Мирану и очередной качественный килл от команды HT. Очередные деньги были заработаны. 684 голды за двух героев. На самом деле, у команды ХФГ достаточно неплохие шансы, потому что есть такая штука, как камбэк-система в Доте. Идеальная штука. Ты можешь камбэкнуть просто всю свою... А, вот, собственно, это сейчас и происходит. Да, перед Мичи Ривералта. уехал. А, за 265 голды Ну там я в этой игре суппорты, счет наверное, выигрываю. много получили. Да, 524 голды заработала в общей сложности за этот килл команда. Там суппорты по 140 голды. Ну, не по 140, да, по 140 голды получили суппорты в среднем. Достаточно все равно неплохо. Все равно Да, неплохо. да, да. В Сейчас принципе, любой в килл любом для случае, команды. да, любой килл, он идет в плюс, как бы, и даже не столько в плюс команде ХФГ, сколько в минус Джиггернауту. То есть все-таки он какое-то время не пофармит, и Старк хотя бы наполовинку его догонит. То есть уже он встает на 20 крипов, уже это не смотрится прям таким уж критичным, как-то все это более-менее. Ну, Кинг обязательно должен набрать свой блинк. Это просто сейчас мастхэвен, это... О, кстати, есть блинк Даггер. У Отлично. Сункинга, да, он Отлично. что-то продал, и у него есть деньги уже на блинк, и это будет фаст блинк дагер. Феникс у нас под ДД идет, и Мичи с ультой. Попал здесь великолепный станок Смоки по двоим, такой мини-ровашка. Но там было сложно промахнуться, там просто один такой проем. Неужели Мичи дальше не пойдет? Да ладно, пойдет, Он конечно. пойдет. Это же Мичи. Нет, не пошел. Это не Мичи, ребята, вы нам кого-то другого подсунули. Мичи бы пошел, я не сомневаюсь. Так, тут прилетел Сентинку, есть у него даггер, и вот он, этот даггер Мичи очень сильно реализован. ошибся. Да, Очень сильно Мичи ошибся. здесь загулял. Надо было хотя бы размениваться, пытаться. Вот Джиггернаут байбекнулся, есть у него ультимейт, и... Ну, вот этот байбек, конечно, это... А, он байбекнулся, и у него тп кулдаун, и он идет фармить лес. Ладно, окей. Это очень плохой байбек. Что-то там не Это... так. Нюкс здесь бегает в Виндетте, и... Так, Сенкилка у нас спрятался. Тем временем Локер забирает в миду Тавр. Boots of Travel у него уже имеются после мидаса. 12 Да, это минута. весьма хороший тайминг. Да, Это очень хороший тайминг. тайминги хорошие. И, в принципе, я думаю, здесь выбор Квас Экзорт оправдан, потому что он благодаря именно этому билду сможет фармить. И вот эти вот санстрайк-киллы очень сильный бёрст дали. Буст, да. Бёрст, да. Очень сильно дали буст, и сейчас он достаточно быстро наберет свой левел, аганим, и уже сможет и Квасвекс прокасты выдавать, те же самые торнадо, чтобы диспелить ульту Омника, которую, к слову, он не взял на шестом. На самом деле, диспелить ульту Омника всегда полезно, но так как вот он уже набрал 11-й левел, мне кажется, тут весьма оправдано то, что он взял Квас Экзорт билд. Я это Да. имел в виду, то, что вот Квас Векс, когда берешь в пабах, и против Омнина это лучше всего, конечно, брать Квас Векс, а вот тут у команды, видимо, есть какие-то свои заготовочки. Ну, Тут все здесь понятно, был на самом деле. расчет, то есть есть Shadow Demon, есть Феникс, и в принципе эта комбинация суппортов позволяет наносить достаточно дэмэджа, и вот Так, этот вот... Мичиган поймал стрелу. Где он? Не Боже, попала я его потерял уже, Старштормом. вот он у нас. А Мичи снова делает, если не ошибаюсь, это Мичи тогда собрал сначала Яшу, потом уже БФ, и вновь он идет по такому билду. Так, раскастовал ульту в инвокера. Отличный килл. 510 голды. Да, вот Это этот килл очень очень хороший килл. хорош. Остановить инвокера было сейчас крайне важно. У него там барабаны, судя по всему, на подходе. И 797 голды на двоих заработали Так, здесь. И выходит из Сарку чуть-чуть мака. отсыпало. Не Мичи. успели дать хекс. Летит стрела, но не Должны, попадает. должны, должны А, да, убивать Джаггернаута. Смоки здесь Так. дает хекс. И Дают Сларк. стан, А, не убивают Сларк, боже, это Джаггернаута. было Это Мирана. тоже очень хороший килл. Ладно.
Сейчас пока что Не вот это дать вот Джиггернауту вот этот буст, это небольшие очень такие, хорошо. да, небольшие такие камбэки мы видим, потому что так, здесь Что-то может... Сентряк был поставлен и... Нет, ульты у Санкинга поставлен Хороший стан по двоим, Супернова. Поставили и Супернова. И Амон должен тоже уехать, да. Достанет ли у нас Амона? Боже, Амон там чуть не и разменял. На мужика, хорошо. На мужика Амон. Первый, второй ушел. Санкинг. Так, Санкинг. Спорим на Санкинга, он может... Там ребята сагрились на курьера, непонятно. Боже, я не успеваю мышкой даже двигать. Так, ну, Инвокер малинки. Забрал ломника все-таки. Так, атака на Нюкса. Нюкс должен ехать домой сейчас. Да, он домой. Он уехал. Киллинг спри от Санкинга. Действительно, да, сейчас у нас обновится... Это камбэк. Это камбэк. Графики... Вот они идут уже к нулю... А, нет, уже идет преимущество в сторону ХФГ. Именно по ГПМ. Санкинг. Там инвокер разобрал Сларка где-то. А, внизу. Просто в соло один на один его разобрал. У инвокера уже есть драмы, летят они ему. После драмов, я думаю, есть смысл сразу же выйти в какой-нибудь гоним без каких-либо еще артефактов, потому что сейчас крайне важно как можно быстрее набрать уровень в икса, чтобы торнадо было все-таки побольше, потому что потом, впоследствии, так, забирают не пожалели у нас ульту Феникса, Мичи, о боже, вот это было Но это того не стоило на самом деле, ну, типа... Да, забирать. Мичи сейчас разменялся на самом деле зря, действительно. Хороший Guardian Angel, великолепный Guardian Angel просто. Да, подсейвил, также... Флаг прилетел, и Ангел здесь может через должны, ульту его. Должны, да, Ангел отлично, тоже пока, даблкил от Санкинга. Молодцы, ребят. Первый-второй выжил. Первый-второй выжил. Все пока отлично проходит, также очень интересные файты. Так, Нюкс в Вендетте, посмотрим, что он сделает. Да Нюкс ничего не сделает, он собрал Медас. Так, а его видят, нет? Его видят, да. Это... Сейчас замахнулся Омник и должен был понимать Нюкс, что его видели. Стоит здесь Сентряк, причем тут да, стоит два Сентряка и или просто... не понимает. Просто по краешку. Просто по краешку. Ни один, ни другой не просвечивает. Так, ладно, смотрим дальше. У Мичи все плохо. Это вот у него появляется, вот скоро будет Яша. Да, у Мичи уже... Летит ему вард. Он себе вард купил. Хороший. Бедный Мичи, да, там первый-второй уехал. И здесь небольшая такая равага от Нюкса. Да. Два стана поймали, ребята. Ну вот начинается вот эта игра ХФГ, которая, в принципе, на стадии группового этапа и в прошлых играх не была для них привычна, когда они начинают ходить в пятером на, ну, достаточно рано. То есть, как правило, они ходили вчетвером, дрались и спейсили для одного героя. Но здесь ситуация такая, что нужно камбэкать. К слову, уже, в принципе, камбэк да, он смог, сделан. Смог спал. И так, будет ли нормально? Будет драка, там страйк. Летит. Первый-второй уже прилетел. Так, ну, а, нет тут ульты они уже... у Сукинга, и не знаю, есть ли смысл Ой, убраться. Ой, как же промахнулся сильно Борол Страйком. А, у нас забирать. Там смоки захилили, смоки живой. А, упала Супернова, еще и упал Шадоу Демон. И Реалайз да, прожал как... ульту, и Реалайз не должен размен. Выживать. Все должны Отличный выживать, размен. Да. Реалайз великолепно задоджил. Попробует ли Инвокера забрать? Инвокер должен он... разменяться хоть в кого-то. Ой. Реалайзе вот застанили. Прям... Боже, как же они тут продолжают драться. На тоненького. Реалайз просто. Должен уходить. Реалайз должен уходить здесь. Санстрайк добит да. Реалайз. Да, великолепный санстрайк был. Хорошо сыграно. А, Сларк отсюда все-таки убежал. 500 голды получил инвокер за Мирану. И Вау. Размен, в принципе, ровный. Хорош. Хорош Санкинг. Что Мичи он творит? Забрал. Опять через ульту, я так понял. Да. Да, там, ну там Дискорд, Дискорд, блин, Борроу Страйк минус. Да, там за Борроу Страйк под Дискордом, в принципе, Джиггернаут не самый жирный герой, и он здесь, он, собственно Кстати, говоря, Кстати, открой умирает. На тросы, Саня, что-то ты... Я просто туда не люблю смотреть, там всего лишь 2000. В течение 17 минут команды месят друг друга, на чем свет стоит, и 2000 преимущества у одной из команд, ну, это неинтересно. Я люблю, когда я, вот когда я в прошлой игре, когда Rage Team играли против Fake Team, я открыл Нетворса, а там просто Малевич нарисовал линию, которая идеально шла вниз. Вот это мне нравится, когда просто, когда 40-0 одна команда выигрывает на 10-й минуте, это моя дота, да. А это равная игра, камбэки, это что-то неинтересно. Там уже домики нарисованы. Да, там домики. Там домики. В 2000 преимущество за ХФГ. Да, с ХФГ камбэкнули. Боже, я подумал, что у Сларка блинк, но у меня просто он не выделился. У него же есть Лотар и... Не знаю, так, зачем... Сларк-то, Сларк выбрался.
Я не знаю смысл этого лотара. Лотар собирается, когда есть возможность кого-то забирать. Ты подходишь к этому демону, пытаешься его атаковать, он себя прячет в дизрапшн. И прилетает его, миллион да, человек, его сейвят. Убивает Ты тебя. Подходишь к Фениксу, пытаешься его атаковать, он просто улетает сразу же. И кого здесь забирать через лотар? Непонятно. Но вот Нюкс типа... Окей, Нюкс типа приехал. Здесь должен приехать еще и Сларк, да, Сенстрайк прекрасно залетел. Размен пока что 1 в 1, поставлен Супернова, должны первого второго хотя бы разменять. Вылетел у нас А Бокер. вот это нельзя, это нельзя, нельзя ставить Не, такую можно, паузу. Когда вылетает, можно. Разве? Да. Вообще вроде в тимпайтах не ставят когда паузу. Когда есть Dota TV и вылетает герой, сразу же ставится пауза, это в принципе естественно. Dota TV? У нас появилась Dota TV? Нет, вообще, если есть Dota TV... Dota TV билет, то когда герой вылетает, сразу же ставится автоматическая пауза. То есть так как у нас Dota TV билета нету, то игроки имеют право сами ставить паузу, и в регламенте нашего турнира ничего подобного не прописано. То есть, а чисто по общедотскому регламенту такое вполне возможно. Так Я как герой вылетел, да. Не, просто так как герой вылетел, даже в масс-файте он вылетел, то есть он не может принять участие в этом файте. Это уже получается, ты имеешь преимущество на одного героя, то есть это нечестно, это нелогично. Поэтому... Просто я где-то читал, либо в StarLadder, там был регламент, то, что если идет масс-файт определенно там, то есть месяца 5 героев, ты не можешь ставить паузу, так как те игроки могут подумать, что-то сделать, изменить кардинально свои движения. Пауза... Было такое, когда я играл на лане, тоже подобное у нас было, но так, там... Так, Чекернаут там идет. Было то... Чекернаут поймал стрелу. Вот ты это Сейчас стрела. Я договорю после... Килла Джиггернаута, да, дабл килл Синкинга, великолепный игрок, к слову, Godlike этого героя. Да, Godlike 9.04, оставили Синкинга на фарме. О чем я говорил, то, что он крайне сильный сейчас хардовик, а ему плюс еще и фрифарм оставили, и поэтому он набрал. Да. Так вот, продолжая тему пауз, у нас, когда играл LAN, была такая фишка, что нельзя паузить, если у тебя нет проблем. То есть, если у тебя нет технических проблем, ты не можешь паузить в масс-файте. Ты можешь запаузить, когда там идет обычный файн, ты можешь запаузить и там, я не знаю, там попить воды или что-то такое. А если идет масс-файт, если у тебя нет технических проблем, то есть, если ты не вылетел, если тебя не залагало, ты паузить не имеешь права. То есть, так как у нас онлайн-турнир, если игрок вылетел, никто не может тебе гарантировать, что у него действительно технические проблемы, но при этом он вылетел, то есть, он не принимает участие в файте. И поэтому у нас в регламенте никаких дополнительных условий... Насколько я знаю, не предусмотрено, поэтому это вполне себе естественно. Ну да, наверное, ты прав. Вылетел герой, и, конечно, нужно поставить паузу, потому что ты имеешь... Ты, точнее, наоборот, ты на одного игрока меньше имеешь. А у нас обе команды сейчас в смоках. Нот в миду ХФГ смог спал. Ребята идут в чужой лес, но я их хочу обрадовать, они там никого не найдут. Они даже крипов не найдут, потому что весь лес у ХФГ зафармлен. И... Да, великолепно сыграно, кстати, в ХПГ. Просто... Они могут двух суппортов. Двух суппортов сейчас должны даже здесь приезжать Леон с... Да, и они приедут. Леон с Омриком, конечно же. Да, ну, тут Мичи забрал... Все равно тратить смоук на двух суппортов, как бы... А, да, это, паузу, я думаю, это, я думаю, не те цели, которые хотелось бы им забрать, но... Если бы они забрали одного какого-то суппорта, это было бы совсем плохо. Так они 1030 заработали с этих двух киллов, все-таки они проигрывают. И поэтому, в принципе... Да, для них сейчас любой смог, килл. Да, смог был оправдан, тем более двоих забрали. Опять же, повторюсь, если забрали одного, то это было бы совсем плохо. Двоих еще куда ни шло. Я открывал Netwars, а там все неинтересно, там 3000. Нет, это другие нетворсы. Там типа 11 тысяч у инвокера, сколько нетворсов у каждого игрока. Да, точно. Потом у тебя, наверное, лосхиты стоят. Да, у меня стоят лосхиты. Не забыл всем про это. Просто тут 30 киллов за 20 минут, как бы 37. Немножко я уже забываю про это все. В принципе, ничего удивительного, инвокер 11 тысяч нетворса. Да, инвокер, Санкинг, топ нетворс, у них топ-стрики, в принципе... Годлайк у Санкинга вообще великолепно. У него уже есть пол аганима, даже больше половины аганима. 500 голды осталось до аганимчика. В 20-й минуте софтлейн Санкинга вынести аганим на 20-й. Там был... Знаешь, что там? Я бы сказал, что Сларк стоял в харде, а Санкинг стоял на сейф-линии, потому что он просто... Он стоял на фрифарме, у него 119 крипов, он топ-3 ласхит, поэтому тут вообще ни капли это не удивительно.
Будет он, будет у него скоро ганима, ему действительно дают пофармить. Здесь Realize приехал. Никуда его уже здесь не отпустят. Пошел он там проверить, как дела, и проверил. Но вот здесь Мичи также может приехать. Сбили ему, сбили Блинкс на Кингу. Поэтому, да, великолепная игра от Малинкина. Киото сыграл здесь великолепно. Просветил, и этот Санрей сбил Санкингу Блинк. И тот не смог забрать Джиггернаута, хотя такая возможность была там. Под эскортом Джиггернаут 1000 хп, он за за Броустрайк он умирает 100%. Да, Броустрайк, собственно, ультимейт и минус. Тем временем Сларк фармит. Есть у него Обливион Стаф, очевидно, это будет выход в Сейбр. В принципе, тайминги не очень хороши, но с учетом того, какая у него была линия, это не самое... Не самое плохое, что можно было ожидать. На самом деле, да, для Сларка это достаточно тайминговый сейбр, потому что... Ну, ну и уже он него... топ-3 нетворс он уже имеет, как бы, на минуточку. На 2000 всего лишь остаёт от Санкинга, но факт-фактом Санкинг стоял один на один. Сути, да, да, там просто у него действительно был сейфлейн. То есть тут немножко свап такой произошел, а Сларк стоял против триплы даже. Также у инвокера скоро появится ганим, да. У Инвокера тоже скоро ганим будет. Да, ребята и... тарятся ганимами. У Санкинга он уже есть, он у него в стэше, надо ему его привести. Сларк уже летит сейбр. Вообще по артефактам у нас у Мираны половина ганима. Собственно говоря, все. Вот для Мираны это как раз таки плохо. То есть у нее на подобной минуте уже должен быть аганим, чтобы она могла более-менее... Что-то делать, да, потому что, да. Более-менее что, делать, да, какие-то киллы, потому что для Мираны соло-киллы крайне важны. Здесь Феникс ловит через Феникс, контроль, да, да, забрали. Еще первый-второй может подставиться. Нет, его не видит. Так, сейчас будут забирать Т1 вышку в миде. Это 100%. Никс в Эндете ходит. Хм. Ну, ничего особенного. Ребята, видимо, будут отходить. Ребята будут отходить и правильно сделать, потому что принимать файт будет неудобно. Позиция не та. У ХФГ сильнее пик в лите? Нет. Нет. Как раз в лите пик у Rage Team намного сильнее. Гораздо, я бы сказал. Джаггернаут в лите реально может объяснить Сларку что-то как. Плюс Феникс с Инвокером и Шэдоу Демоном. Достаточно сильный лейт, наоборот, за РТ. ФГ, да, они могут предъявить что-то против такой, такого сильного пика. У них есть шансы. Тут все зависит уже от личного скилла любого из этих игроков. Так. Смотрим на Смоуки. У него должен быть... Ой, как же плохо у всего Леона. У него до сих пор нет блинка. Это очень плохо, потому что Леон должен все-таки начинать инициировать драки. Появится у Леона блинк, это будет дополнительная инициация, это будут дополнительные киллы. В общем, дополнительный эскейп намного лучше. У Джаггера в скором времени уже есть манта, извиняюсь. И, наверное, это будет, да, манта диффуз билд. Ларк с сейбром. Посмотрим, во что он будет выходить. Наверное, будет выходить все-таки. Так, инвокер делает фраг. Загулял у нас Сент Кинг. Ну, это уже слишком парми в чужом лесу. Это слишком, это наглость. И отъезжает у нас Омни Найт. А вот сейчас поплыли, по-моему, ребята, поскольку они начали отдавать фраги. Такие ошибки делать нельзя. Атакуют. Так, у Мираны летит, если не ошибаюсь, ганим, да. Вот сейчас будет намного лучше. У Мираны появится ганим, она сможет по-нормально понафармить и нормально внести дэмэдж. Это очень хороший дэмэдж. Так, у Нюкса блинк. Хороший артефакт. Наверное, будет выходить фарстаф и ганим. Или блинзу сначала, посмотрим. Пауза. Наверное, надо написать хотя бы причину паузы. Просто так паузу ставить тоже.
Забавно видеть, я заметил уже его, когда он его собрал, но есть у нас Мидас у Нюкса, и этот Мидас купился, несмотря на то, что у него 1-2, у него уже есть Блинк, кстати говоря. Да, 20 минут, весьма Забавно. неплохо. Так, И забирают начало Рошана у нас, Фарстафа, да. вероятно. Забирают Рошана у нас ребята из Rage Team. Да, под Джиггернаутом, под Алакрити и под Фаражами нет никаких проблем с этим. Рошан падает очень быстро. Да. Амон пытается сделать Мекку. Очень тайминговую. Ну, бедный Омник. Он так загнанный просто, он просто ходит еще и дварди. Так, Рошан у нас упал. Эгис достается инвокеру. У Реалайза уже есть Аганим. Собирает или Башер, или МКБ. Скорее всего, это будет Башер у Сларка. Совсем скоро. Кстати, я чего не понял, вот вышло обновление там вроде с Мираной, типа доп Старшторма больше нет или как там? Типа доп Старшторм, он дается за ману, да, вроде? Или как? Я не знаю, что тут не читал. Я просто не, как-то не понял, там что-то написано было. Так, спалились у нас КФГ. Так, торнадо. Попали по Омнику, но не видит его. Он в ульте Да. был Миран, и поэтому он здесь уйдет безнаказанно. Так, Миран, наверное, сейчас будет выходить блинк стандартный. Уокер подобрал реген. Да, Сларк собирает у нас Башер. Будет у него совсем Башер. скоро. Да, замечательное вот это вот, когда прыгает и сначала тебя замедляет, а потом еще и башит. Ну, Просто знаешь, ты как-то никак не убегаешь, уже весьма есть опрометчиво, башер. потому что там инвокер, там нюкс, там шадоу демон, там феникс, и не собирать БКБ на Сларка в таком случае. Да, действительно. Но он надеется на рэпл от Омника, очевидно. Наверное, все равно, типа, по одному рэпла может не хватить, потому что Омника могут вырезать первым. Но это да, Я опять же, думаю, зависит что от скилла. для Амона здесь должна быть просто приоритетная цель, это повесить рэпл на Сларка, и потом уже можно вообще забывать о чем-либо. Пытаются здесь ХФГ найти кого-то из Rage Team, но просто в другую сторону они ушли. Вообще на другой стороне. Ребята. Да, вот здесь Realize нарисовал, что они где-то там. Сларк все-таки пошел туда. Нет, не пошел. Передумал. И правильно сделал, его могли там принять. Видит сейчас ХФГ инвокера. Rage Team не видит никого. Вот только сейчас увидели Мирану в миду и увидели ТП от Амона. Амон здесь просто в рэпле один собирается дефать, судя по всему. Ничего его не смущает. Так, торнадо по двоим. Realize и подкоп по двоим. Мановойд. Да, Отлично. тут И минус, минус 2. да. И минус 3. Пришел там Леон помочь и помог. Таверне теперь они могут подержаться за Проверяйте. ручки, да. 1000 голды заработали. Ну вот, очередной домик. Какой город дорисовали ребята. 5000 преимущества рычтим А, всего лишь. Мирана байбекается. Не хотят они отдавать эту сторону. Да, действительно, сторону давать не хотят, но был ли смысл в байбеке, не знаю. По мне, Мне так кажется, да. Сидкинг со Сларком могли и вдвоем отдефать, в принципе, это не проблема. Если бы там заходило бы 2-3 героя, то Син Кинг просто, он, кстати, в позиции, он может сейчас заряжать ульту и прыгать, если будет возможность. 2 минуты до дропа Эгиды остается. Так, торнадо ЕМП, айсбласт, и Сларк упрыгивает. Вот Так, он. подкал Вот хороший, он, да, хороший. и минус инвокер, это пока что только Аегис. Да. Сларк пошел Сейчас может все фокусить. повернуться. Знаешь, как плохо? Потому что инвокера еще есть касты, и причем хорошие касты. Нет, уже Джиггернаут. Сларк вырезал. Сларк попытался сначала зафокусить супернову, но у него это как-то плохо получилось. Ребята очень хорошо раскайтили. Сларк, Инвокер вот они, попал под Баши. ваши, пятисекундочку. Опять И еще, ваши? да, еще Боже, один что Баш. творит этот И еще Хару? Линкин. Это может быть Отличный тимвайп, файт. если догонит первого второго. А Там его догонят? эро в кулдауне, да. Его уже никуда не отпустят. И Ультракилл Сларку, это может быть? тимвайп, действительно. Да, Хороший тимвайп. деф. Вот мы говорили о том, что нужно БКП, но этот Башер сейчас оправдался. Действительно, Омник успел повесить РПЛ на Сларка, и никаких Да, проблем у Башер него очень сильно вообще не оправдался. возникло. 2000 голды имеет Сларк в плюсе, и 4600 заработали ХФГ, и сторона, она MVP стоит. матча, ну, Омника, конечно.
Да, Без великолепно. сомнения. Этот, вот сейчас Рэппл очень сильно зарешал, потому что, Да, тут в основном Рэппл да, зарешал. он после того, как Сларк уже убегал из файта, был этот Рэппл, и его не смогли никак зацепить. И когда Инвокер встал, Сларк просто фуловый вернулся и с Баша забрал. Силы тьмы укрепили свои сооружения. А, вот, Артём говорит, что теперь с Аганима не падает доп. Звезда. То есть там только... А, да-да-да, там же есть одна звезда, да. И вторая там... Да, 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 я да. Понял. Там вот, когда ты просто нажимаешь, там же падает первая пачка, и потом еще дополнительная. Да-да-да. Вот с Аганима раньше она падала, сейчас нет, как я понимаю. Ну, на самом деле, типа, не особо большие изменения. Ну, все равно ощутимо, слушай. Порой эта звезда добивала. Извини меня, 300 урона на друге. Да, там придет сейчас с руки добивать. Так, инвокер здесь у нас шалит один. Инвокер, у него есть линки, его, в принципе, очень сложно подцепить. Очень много статов. Да. Так, инвокер дает. Да, тут Мирана должна отъезжать. Мирана должна отъезжать, да. Хорошо. Да, нюкс. Размен на нюкса. Очень неплохо. Очень неплохо. Также он заберет сейчас крипов, оформит. У Сларка все отлично, он наконец-то вернулся в клею. Идет топ-2 нетворса. Это очень неплохо, с учетом того, что какая была у него жесткая линия. Вот Миране достаточно плохо. Это видно. Так, Леон. Скоро, блин, даггер, и это будет... Так, нападение на Леона. Ну, он, да, он, наверное, уже приехал. Ну да. Тут что особенного? Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Чары не помогут. Сейчас бы English, я не знаю. Угу. Там вообще написано, типа, Chaos Meteor. Там иногда пишут, не всегда... Типа, не всегда адекватно, не всегда хорошо. У них доп звезда, как Метеор пишется, и это типа, тоже не всегда понятно. Я же понимаю, вы все тут такие умные. Оф, нет. Так, Мирана фармит, тоже появится в скором времени у нее Аганим. И команды... Да, Леон. А где Блинк? А, Леона же убили, точно. Да, поэтому он не купил себе блинк. Да, так. Действительно, есть у нас гема умника, поэтому сейчас, если он привезет, пойдет девард. Да, начнется сейчас девардинг. И главное не потерять умнику гем, потому что это очень сильно зарешает. Сейчас Vision решает все. Vision просто решает все по карте. Так, Сларк у нас тут гуляет, его не видно. Чуть-чуть Let's... остается до Рошана, я не разбираюсь в этом тайминге. Да, там чуть-чуть. Так, малинки. Что у нас делают малинки? Малинки делают у нас Шивас Гард. У Нокера 3600 на руках, возможно, он попытается выйти в Октарин как-то. Вообще было бы неплохо, да, ты прав, выйти в Октарин, но... Не будем забывать то, что во вражеской команде Старшторм, палец плюс масс-контроль от Леона, Борроу Страйк и т.д. и т.п. То есть тут очень сильно зарешает, наверное, БКБ какое-то. БКБ будет очень сильно нужно. Тут нужно БКБ. Да, а БКБ у Сларка оно уже есть. Он все-таки да. Решил не только доверяться Рэпплу, но и собрать свое. И правильно сделал. Страховка никогда не помешает. Так, Сларк, наверное, будет выходить сначала в Абизел, а потом уже в какой-то скади или какие-то статы, скорее всего. Также инвокер идет, сплитпушит Т2. Наверное, будут размениваться ребята. Дефать они не будут. Хорошие варды стоят от команды РТ. Это весьма такие хорошие варды. Они видят именно вот этот вот путешествие героев именно по лесу, и можно легко загангать. Пока. Инвокер заходит на хайграунд, да. Инвокер будет заходить на хайграунд. Видимо, пока он не хочет прилетать.
Инвокер может снести хайграунд, ну, тогда как неплохо несет он его. РТ, кстати, да. Он... А почему РТ он не может остался? Отдохнуть, я не знаю. А, там да, прилетел вот, да, Санкинг, и нету БКБ инвокера пока что, поэтому решил он сбежать. Да, лучше отойти, да, это правильно. Нижнюю так, малинки. Смотрим на него в основное время. Есть у нас форстаф у Нюкса, и выходит он тоже выгоним. Ну у да, игра гонимов у нас сегодня. У Леона Агоним. Есть блинк, но он летит, он у него лежит в тэше. Вообще блинк на Леоне сейчас крайне важен. Инициация дополнительно не помешает. Инициация дополнительно всегда не будет лишней. И Леон с блинком может очень много грязи натворить. Очень много грязи. Так, когда выйдет Агоним на Нюкса, это будет очень жестко, поскольку вот эти вот 3-километровые импейлы, вот эти вот моноберны, это будет очень жестко. Так. Джиггернаут. Кстати, у Джиггернаута блинк манта диффуз. Это достаточно неплохо и весьма нормальные, как бы, арты, чтобы драться. Так, они кликают на вард. Ну, говорят, Рошан, раз, очевидно, варди, да. Хотят зайти у нас с РТ, привезли не смог. Рошан уже есть, и сейчас, наверное, будет туда заход. ХФГ уже туда заходят и пытаются этого Рошана забрать. Да, они уже его начинают бить. Ребята из РТ смаканулись, и они не хотят отдавать Рошана, и будет, видимо, сейчас драка. Но скан проюзан не туда. Они пойдут сейчас. Может и туда. Ребята из команды ХФГ выходят. Как-то наверное, боятся да. И другие заходить. Да. И правильно. Сларк пошел. Потому в что в узком Сларк проходе драться. Мичи. Так. Сларк увидел Сларк Мичи. Сларк увидел Мичи. И сейчас можно синициировать. Можно синициировать на Мичи. Можно начать с драку с Джиггернаута и пытаться по-быстренькому его вырезать, но нет. По двоим дается импейл, Джиггернаут дает ульту. Дается также от Леона стан. Инвокер прокастовывает прокаст. Торнадо МП ставится отличный. Ледяная стена. Так, пока никто никого не убил, урона, да. Дается Гвардия Неджел. Просто очень много урона вошло, и все живы. Мирана там и дала все, все крапаленные, должны забирать. Хотя первого-второго, нет? Хорошая стрела. Ой, от... сколько много дэмэджа залетает от Старшторма. Сларк должен забирать кого-то. Борроу Страйком, не зная того, но забирает Сэнд Кинг. Так, ну уже хотя бы Вокер двоих забрали. Вокер байбекается. Вокер дает Тарнадо. Там он очень качественный хил дал, и забрали они Инвокера в дивизии. Да, Инвокер оправдан байбек. Уже 2 в двоих размен, минус еще байбек. И здесь Сэнд Кинга. Так, Бласт молоко, и приехал на Самон. Гем, еще там Гем. Самое важное, потеряли Гем. И отдали четверых, это невероятно плохо. А Гем это не очень видели, плохо. Инвокер не забрал Гем. Он его не видел, там... возможно? Нет, он, наверное, просто прокликал. У инвокера слотов нет. Он его прокликал. Да, действительно, там... Нет, там не видели гем. Там Shadow Demon поклассил, что там есть где-то гем. Инвокер пошел сплит пушить и минус тавр. Да, и минус барак, очевидно. Нет, барака. Все-таки прилетает и дефает у нас. Боже, там графики просто, они скачут туда-сюда. Где-то вот тут на графиках есть батут, мне кажется. Потому что только что было вверх, сейчас опять потом вниз, потом вверх, сейчас опять вниз. Но ну да, команда достаточно равна. Команда достаточно равны, и поэтому достаточно равные графики. Так, тем временем инвокер у нас дает фармит крипов. Джиггернаута на руках. Выход в скайде или в БКБ, в принципе, здесь будет неплох. Ой, сплюнь, take me happy. Не надо нам 3 карты по часу, братан. Да, 3 карты по часу. Я не готов. Я тоже, я как и не горю желанием. Феникс здесь будет делать Lotus Orb, а не Шиву. Феникс аут. Ну, как бы тебе это объяснить? Короче, после игры объясним. Так, Феникс все-таки делает Lotus Orb, да. Это хороший артефакт, на самом деле, снимать вот эти вот... Хотя против кого? Да, ну вот, я наверное, против сейчас, Мираны. Я сейчас смотрю. Мираны. В принципе, тут Lotus Orb, наверное, поможет только от Леона снимать Хекс и все, собственно. Ну, а на самом деле, я сейчас смотрю на Инвокера, он собрал себе Октарин. Если после Октарина вместо драм заедет БКБ, заходит такой Инвокер, на нем висит Lotus Orb, он в БКБ и с Линкином, и его вообще никак не взять.
То есть это Да. тоже такое себе. Но Шива, мне кажется, здесь была профитнее против Сларка, Домирана, и Шива хороший артефакт. На самом деле, Но смотри, Лотус Лотус Орб уже Орб, он есть. же дебаф, он такой, он снимает себе дебафы. То есть прилетает 5 секундочка от Мираны, он кидает Лотус Орб и все, Ну, собственно. да. Ну, против одного стола. Ну, окей, там есть еще Хекс. Теоретически кто-то еще соберет Хекс. Ну, такое себе это все. Как-то я не люблю. Не знаю, мне Шива здесь больше симпатично. Шива, на самом деле, да. Да, есть такое. Так, прилетает стрела мимо. Также ходит Нюкс Вендетти. Так, Вендетту обнаружили. Ставится сразу Лотус Орб. Инвокер прокастовывает. Прокаст, непонятно в кого. Убивает Сларка. Там в никого метеор, в никуда Нет, Сларк. Метеор Мичи хороший. дерется. Метеор хороший. Мичи дерется, минус 2. Метеор Там хороший. он делает Смоуки куда-то убегает. тэп-аут. Сделал он Да, тэп-аут. минус 2 кора. Минус 2 кора это очень плохо. Это очень плохо. Убежал Слонкинг. 3000 на руках инвокера, если он сейчас продаст драму, он может без проблем застарить БКБ. И под БКБ этого инвокера вообще ничего не будет остановить. Так, Сэндкинг. Старк байбекается. Ну да, наверное, стоит. Хотя Т2 еще есть, в принципе. Да, тут На байбек. самом деле, Но просто я в думаю. любом случае они бы шли бы в ХГ, пытаться разводить на этот байбек. Нет ульты у Санкинга, и поэтому отдефать будет Вот крайне это глиф, сложно. кстати, плохой. Там еще по топу крипы заходят и пушатся две стороны. И там приехал Омник, приехал И еще и Смоки приехал. должен быть. Моки должен приехать, да. Мичиган башен. Боже, и это Сларк. Это вот они баши эти. И теперь еще и Так, БКБ там спрятали спрятали Джаггернаута. Мищи. Ну да, он Минус Аегис. минус Аегис. У Старк Сларка БКБ прожимает Shadow скоро Dance. закончится. Уходит здесь World Сларк. Strike И нужно Феникса. здесь уходить. Такой себе размен. Двоих суппортов потеряли и выбили лишь только Аегис. Ну да, это попахивает минус одной стороной. Минус одна сторона точно будет. Вообще попахивает более крупными вещами, но нет, здесь есть у Слонкинга Так, инвокер ульта прокастовывает уже, торнадо, что-то на дает топе. На топе ЕМП. упал барак, в миду упала Так, сторона, дожит ЕМП. внизу упал Да, тоже упал там барак, везде судя по падают всему. стороны. Все вообще пушится у команды ХФГ. Стоит еще барак, внизу линия еще пока жива, но Так, Джаггернаут ненадолго. прокастовывает ульту. Инвокер должен добить барак. Форш, я верю в тебя, да. Форш Минус добивает барак, барак, и и это, инвокер сам блин. ушел. Безвижно. Мичиган там забрал Мирану у нас. На топе линия минус, в миду линия минус, и внизу стоит один лишь такой барак. 43-я минута, Будет добрый сложно дефать. вечер, это плей-офф. 546 голды. А, ну это только за килл Мирана заработал Вокер, окей. Так, инвокер с Октаринкором. Есть ульта Боже, у это же Санкинга, бесконечный он ее каст. Это просто заряжает. бесконечный каст. И Санкинг... Плохой ультимейт. Окей, Это плохой что ультимейт. дальше? Залетает. Да, good game well ГГ. played. Good game well ГГ. played. И... Того, первая карта остается у нас за Rage Team, проигрывает у нас КФГ. Вообще карта была крайне равная, то есть если открыть графики, то уже все видно, вот это вот все. Они, в принципе, то туда, то сюда падали, по нетворсу, по экспе, поэтому... Так, Ну, конечно. вообще, типа, тимы достаточно равно шли, просто в определенный момент команда ХФГ пошла и конкретно закинула игру тем, что они отдали просто важных коров. Они начали сливаться по одному, они начали отдавать все свое преимущество, тем самым они просто все свое преимущество слили. Ну, это неправильно. Ребята просто поплыли. Может, они соберутся сейчас ко второй карте и покажут настоящую доту? Я очень надеюсь на это, по крайней мере. Да, я не скажу, что там какие-то прям были такие кардинальные ошибки, но ошибки были как бы в драках, и за счет этих ошибок выигрывала другая команда. Но, наверное, в этом как бы и есть суть доты, что ли, когда одна команда реализует ошибки соперника, другая команда нет. Собственно говоря, та команда, которая смогла реализовать и для себя, для своей пользы, свою пользу вынести из ошибок соперника. Она сегодня выиграла в первой карте, и нас ожидает вторая, буквально 2 минуты рекламной паузы. Никуда не уходите, мы скоро. Также опять там задали вопрос в чатике. Ну, вообще-то без БФ манты можно собирать Джаггернаута, чисто если ты будешь файтиться рано и рано хочешь закончить игру. Типа, это такой герой. Ну да, на Достаточно Джаггернаута распространенный билд. очень много билдов существует.
Ладно, все, у нас небольшая пауза. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся. Sound muted.